Привет всем, мы на канале Bear и Game, мы продолжаем проходить мод к Far Cry первому. Spec Ops, бычий череп. Попёрлись. Мы вот в этом месте остановились. По того посмотрим, захватите старый форт на пересечении дорог. Сейчас мы захватим, по-моему, там где-то кто-то был, что ли. И уничтожить все оставшиеся базы. В общем, это последний рывок, и я думаю, что это последний рывок... заканчивающие эту эпопею с этим Far Cry задом наперед. Может быть, ты и прав. Ну пойдем, чуть никого нет. Опанзе. Барабашка забубукал. Пока никого. Блин, наверное, да, иду. А че не перезаряжаю? О, здоровье ноль, нахрен. А где кореша-то? Подожди, я туда иду. Никого нету, странно, все тихо. Может, это баги? Потому что уже непонятно. Если все тихо, то значит баги. Ну, кто-то там стреляет. Видно, вот по целям, по желтеньким, что там какие-то круги идут от тех целей, которые вот мы сейчас видим. Здесь кто-то бегает. Так, тьма, не люблю эти. Они, кстати, уже начинают желтеть. Значит, они скоро начнут обнаруживать. Си. Потихонечку будем... Что? И что? Продвигайтесь направо. Налево. Направо. Где-нибудь вот так вот. Левый фланг вперед. Так, что-то мы там забомбили, вроде, да? Одного. Где еще? О, бегут. Да уж. Ребята. Ну. Ах ты, гадюка. Да ёп. Твой налево. Только гранаты же про собачь. Ну давай так кинем. Нет, херня. Слушай, Кореш, ты чего там делаешь? Блин, ты там наш. Не нашли. Фу, ты меня напугал, перец. Не пугай меня, наш темноочковый парень. Кто-то там шарится. Нет, это наш. Так, значит, что-то это наше, что ли, было? С большой антенкой на спине. Да, у него там передатчик, у него там связь, он радиоприемщик. Ну, кто же обнаружил? Вот в чем вопрос. Теперь не обнаружил. Снайперуша. Бежим. Ой, я случайно. Я здесь, ты там, мы здесь, на, папа. Ух ты, нет, я туда не пойду. Что-то вообще какая-то труба. А вот и мы. Кореш, ну не надо так ругаться, не надо, пожалуйста, я уже изменился, и ты изменись. И ты изменись, все, мы не ругаемся, мы Я помогу тебе, кореш, о, еще там что-то... Есть, кокнули, отлично. Блин, жесть, он там рядом с ним стоит, и он меня все равно стреляет. Ну как-то можно было взаимодействие какое-то сделать. Сохранений нет, мы так будем. Это что было? Нет, не было. Так. В нашего солдата попали. Блин, гранаты. Ай, ой. Так, валим. На здоровье нету. Столб нам в помощь, то есть дерево.
Дерево, дерево. Будешь завидовать мертвым. Так, вот бы нам в аптечку. Жизни у нас маловато, конечно. Да уж. Надо беречь их. Я тебя уделаю. Уделай. Это наш, извини, я просто не хотел этого делать. Блин, последняя пуля кого-то замочила, ну ладно, бывает. Ладно, давай перезарядим, потому что она нужна будет все-таки. Давай, перезаряжай. Ух ты, зеленкин. Еще подобрали. Вот бы аптечечку какую-нибудь, у тебя перед сохранением. Хорошо, ты так орешь, не так орать. Как воробушек какой-то фиговый. Нет, мы здесь пройдемся. Мы пойдем на башню. А, подожди, мы туда и не зайдем, наверное. Что-то тоже знакомое место какое-то. О. Может, мы и здесь были, кто знает. Мы были здесь днем, а сейчас мы идем ночью. Да, так точно. Чего мы опять сюда пришли? Сохрани. Следуй определиться. Мерк, ты пойдешь к первой базе один, а мы перекроем дорогу. Постарайся найти какой-нибудь транспорт. Ага. Так, проникнуть на базу, найти транспорт. Все понятно. О! Зашибись, хорошо. Ну, хоть здоровье дали. Нам наверх. Блин, ну чё ты... Извини, блин, только ногу тебе прострелил. Я просто не хотел... О, ребята, надо дать здоровье. Нам не сюда? Нет, нам не сюда, нам походу вниз. Пошлите вниз. Чё-то мы долго идем. Наверное, вот сюда. Ножку не сломаем, не сломаем. Наискосок пойдем и все. Что-то горит. А что за вал-то, ёбоб? Что это было? Блин, стреляй в упор, не попадаю. Может, это наш? Нет, это не наш. Какой-то он неубиваемый. Так. Ну давай, бинокль, уйди. Еще один. Ну, хоть патроны. А, он перезаряжал, поэтому бинокль не выключался. Все понятно. Кого ты там стреляешь? Ты же никого не видишь. Ну, на гранатку поешь. Съел, молодец. Двойным голосом закричал. О-о-о. Вот там их много. Да. Есть, сэр. Есть, сэр. Мы сейчас там долбанем, а что стоит? Нет никого. Да ты чё? Есть, ой. Ай, в лысинку не попади. Спалил сразу. Ну ничего, прилетишь еще. Нет, уже не прилетишь. Уже не прилетишь. Никто сюда не бежит. Стоят, ребят. Ребятам о зверятах. Сейчас мы будем рассказывать им сказки. Следующий. Generation Next! Так, вон там я вижу движение. Так, крадешься куда-нибудь. Какой-нибудь снайпер подстреливает. А вот и пушка есть. Перезарядочка маленькая.
Почему мы не стоим? Вот теперь мы стоим. А, успел, хорошо. Снайпер-зомби элит научился. Пойдем, наш. Мы должны найти транспорт. Перезарядить. И что-то там одно стоит где-то. Но уже не стоит. Кто-то за стенкой. Может быть, там кто-то наверху остался. Возможно, кто-то наш, кстати. Может быть. Так, что-то было, да? Нету ничего. Подшир... А там что, маяк какой-то? Не знаю. Там может быть снайпер. Приблизь. Ну, кто-то стоит, но очки его не обнаруживают. Мы сейчас попробуем приблизить. Он уже ушел. Ты, наверное, сел, поэтому. Ну, вон он, да, башка какая-то есть. Ну, ладно, не будем натыкаться. Пока не обнаруживают. Ну и ладно. До него далеко-далеко. Так, что нам? Да, нам вот здесь транспорт надо найти. Никакая фигня тут не заныкалась. Заныкалась. Скотобаза, заныкалась. Это долбанный тараканчик, это наш хороший. Куда убежал? Ой. Даже граната не взорвалась. Вон там фритик наш хороший. Ну где ты идешь? Ты самый лучший. Кусты просто каменные. Он какой-то трусишка. Бегал, ни разу не выстрелил. Все-таки. Один пупок. Чек. Пукнул. Вот он, ну вот. Ну что, есть тебе? Нет, ничего у тебя нет. Пойдем туда. Кто-то там все-таки шарится. Мы здесь были, да, мы вот походу оттуда и вообще начинали Far Cry играть. Здесь было много этих. Блин, а что нам машинку-то взорвали? Здесь было много ракетчиков. Ну-ка давай-ка попробуем отсюда. А, и трайгины здесь были, точно. Сыпались. Блин, так светит, что ни черта не видно. Ничего не видно, не будем ругаться. Ничего не видно. В этой замечательной игре. Да, так точно. Они могут задавить на машину, машиной. Так точно. Где свет? Есть, сэр. Так точно. Как вы меня видите, кореша? Офигеть, такая машинка притаранена. Спрятали они. Она, походу, бьется об стену, ей не проехать. Вот так вот, ребят. Лоб. Он даже попытался выпрыгнуть, но не успел. Ну давайте что-нибудь соберем там. Ничего нету. Нет, ничего нет. Ну пошли. Маяк. Ни черта, выключаем. Ай. И идем ногами. Никакого транспорта не находя. Блин, а может мне надо было просто их убить, а не взрывать? Блин, а как же. Обнаружил кто-то чуть-чуть. Блин. О! Горные снайперы. Везде, везде по чуть-чуть стоят. Ох ты! Кто это? Вот это стреляет. Из чего он там стреляет? Ох, доберемся мы до тебя сейчас. Жесть, да как ты отсюда? Как ты здесь оказался, а? Он не один там. Что-то они все с горки спустились. Так точно. Вы мне открыли какой-то другой путь. Где-то еще, ребятушки. Ой, о-о-о. Сколько у вас там.
Еще кто-то рядом. А, нет, не рядом. Вот он. Пукаешь, ну пукай. Бывает. Так, на маяке так точно кто-то. Кто-то рядом совсем. Вон, бежи. Никого. И это нам надо перезарядить. На то и ну его нафиг. Сволочи какие хорошие. Самые лучшие. Ну-ка, дай-ка посмотрим, кто там стоит у нас. Кто-то там? Блин, где ж ты можешь быть? А, подожди. Всё. Веди, веди. Стоп. Вон, видишь, торчит башка. Ух ты, хороший человек. Там еще на маяке. Уже башка торчит. Прощайся. Воу! Кто там? Постучал нам. Блин, патронами сейчас... по голове. А, понятно. Нет, далеко. Нет, нифига. Не долетает. Как такое может быть? Еще? Еще. Они нас, главное, без очков видят нормально. Да уж. Ребби, ну у вас просто здесь туча. Отлично, что-то и даже снайперку вроде бы взяли. Идем. Берг. Приближаемся к нашей цели. В одиночку проникнуть на первую базу. Блин, ну что такое, столько идти. Вообще труба какая-то. Если это окончательный уровень, наверное, может быть, мы его добьем сегодня, фиг его. Вроде никого, ну давай бежать надо. Ножа нету, чтобы полегче было бежать. Перезарядим пока все по пути. Пойдем, посидим. Бег, побережем. Сейчас он наполнится. Пошли. Отлично, отлично. Что за нас за стая бандитов сейчас будет ожидать? Давай посмотрим нафиг. Кто-то заметил. Все, поехали мы дальше играть. Тут были у нас убийцы, которые пытались нас убить и пытаются это сделать. Не понял, а что вы там делаете? Я же вас убил вроде бы. Где вы вообще? А, у нас бинокли есть. Так, походу там нашего уже или нет? Ту-ту-ту-ту-ту, слышу. Наш буйвол стреляет. Начинает замечать. Точно. Так, у нас вот такое оружие есть. Головка. Блин. Всю броню потратил. На меня. Так, есть? Еще кто-то видит? Еще кто-то видит.
Но выходить на таран — это дуболомство. Сзади. Не отсюда, а вот где-то здесь. Жесть, ты молодец. Ты вообще отличный парень. С такой пушкой на меня. В обход обошли, да, ребята? Чего? Что это было? Вроде бы ничего, пойдем. Убили еще 3 мушкетера. А этот 4-й не подвалил. Пока еще бегает. О, там что-то у него есть. Мы сейчас возьмем по-быстренькому. Так, что-то взяли. Аптечка есть? Отлично. Хоть немножко, но... Так, мы приближаемся. Да, мы приближаемся, точечка мигает. Там мостик какой-то фиговенький. Но мы не пойдем на мостик, нам не надо на мостик. Время тратить. Мы пойдем на цель. Вот она, наша цель. Вот они, наши ребята сидят, которых мы сейчас пристрелим. Вот один. Так, а где второй? А второй где-то сбоку. Второй на другой вышке. Сбоку слева, да. Так, мы сейчас сядем. Ты. Еще. Кто-то появился. Так, ты. Фу, заметил. А у нас вот эта штучка есть. И ай. Пока никого. Выключим. Ой, игрик. Как они бегут? Как они чуют? Каким местом? Они бегут? Так, хорошо. Пойдем их встречать. Вот здесь мы базу. Сейчас, ну-ка. Ух, бежит, бежит, бежит. Есть. Готов. Так, что-то там я видел. Двое, да? Они-то нас в темноте видят. Ну фига, это не игра, так, видимо, что-то там не сделали такой функции. Пока выключу и бинокль включу. Ой. Мощная. Я не понимаю, как они подбираются. Просто не понимаю этого. Еще и кинули. Жесть, они просто везде. Ну как такое может быть? Я же все обшарил биноклем. Ну ладно, ничего. Жизнь прекрасная и удивительная, когда играешь в Far Cry. Сейчас убьем всех. Мы всех должны убить. Ребят. Ну и где мы сейчас? Ой, далеко. Непонятно, как они появились. Не, здесь же. Вот там они сбоку. Там они тоже за камнем. Ну, они были там, по крайней мере. Да, там что-то имеется. Я еще одного видел. Да, здесь, походу, посложнее сделали. Вон там, что ли, один? Нет. Пойдем-ка мы сами сюда к ним сходим. Вижу одного, вижу. Так, мы его здесь обшарим, они... Так, они как-то вот здесь в обход пошли. Вот здесь они, по-моему, были. Что это за место? Это откуда мы здесь шли? Да, так точно. Такие вот иконы. Везде человечка поставили. Своего охранять. Правильно, охраняйте, охраняйте. Блин, сохранение жаль не было. Очечки — очень хорошая вещь.
Пойдем, пока сейчас выключим их. Слушай, а вот это мост разрушенный, да? Да. Они отсюда не могли притопнуть. Маяк. А мы недалеко дошли, вот мы здесь и остановились. Так я и говорю, мы недалеко прошли. Не понимаю, как они меня окружили вообще. Они не окружили, они с той стороны и были. Просто я... Они просто с кустов прибежали, с, ну, оттуда же, спереди, но с кустов. Значит, мы будем этой стороны держаться, если они оттуда. Я же каких-то все-таки кокнул там. Ладно, ребят, сейчас мы вас загасим. Мы должны пройти сегодня это все уже. Хватит. Пора начинать новую главу в нашем игровом поприще в новые игры. Поэтому мы должны сделать сегодня эстафету. А почему их нету? Стоишь? Камушки пинаешь или мух отгоняешь от ног, носки, которые у тебя там все спотели, и мухи уже там у тебя, ну бывает. Может, очками посмотреть? Сейчас посмотрим. О, бегут. Вот эти-то. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, 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 давай, 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 кореш, перезаряжай, молодец. Так, что там у нас сейчас? Ух, как ты заорал-то, ёбан. Кто-то бежал. Вот как вы обходили, да, ребята? Да, вот здесь. В обход пошли, да? Ну, хорошо. Вот здесь они как-то еще появились. Вот здесь, пойдем сюда. Что это за место такое? Вот здесь они обошли... Ох, черт, кончился. Я боюсь, что он сейчас меня вот здесь подожмет. Ну, кто-то уже начинает обнаруживать. Вот эта мышь, она бывает так перевернёт, что ты офигеваешь, не понимаешь, где ты ходишь. А это снайпер на вышке. Кто-то здесь, кто-то здесь. Ой, какая хорошая вещь вот эта штука. Береги ее. Блин, у меня один наушник работает, фигово, он потом переменим. Вот здесь они на меня все напали. Ага, 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 да, 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 да. Вот я здесь. Вот. Давай, давай, Чипкин. Есть, в голову сразу. Там их раз, два, три, четыре. Еще где-то здесь бегал. На вышке там был снайпер. Ну, может, это, конечно, не так важно. А, даже не один. Но они еще также внизу могут бегать. Главное, чтобы сзади никто не попал. Блин, как вы здесь можете быть? Я же стрелял. А он уже и прицелился даже. Странно, а чё ж не стрелял-то, кореш? Еще там кто-то стоит. Приближай. Где ж ты стоишь-то? Где-то вот в скале. Ну почему-то его не... Фу, он аж там вообще, за... Давай тогда чуть-чуть пройдемся. Никого? Ты пожалей! Они где-то хрен знает где, как говорится. Ну вон там на стене на этой стоит. О! Ай, выключаем. Нифига, ты чё, на звезду смотрел? Ну смотри, бывает, да. Так, что у нас там еще? Хрен тебе! Ну хрен тебе, ты уже умер, а мне хрен. Прямо! О, один побежал. Стартанул. Где?
одному базу захватывать, а? Остальные должны тогда три базы захватить. С каждого по базе. Блин, где эти-то? Вот заметил. Блин. О! Это такая пушка какая-то странная, она вообще, ну, в принципе, как и на нас она действует, она нас просто не убивает, так же, она убивает нас медленно. Ты катишься? Нет, ты не катишься. Ну, кто ж нас видит? Разделай, как бог, черепаху! Где-то здесь. Ну, бинокль... Ох, не гад! Ну, бинокль не фиксирует. Я разнесу тебя в клочья! Классненько. Я порву тебя в клочья! Блин, они где-то там. А как мы туда пройдем? Соси! Какой же ты некультурный. Да. Не надо таких. Не надо нам таких. Так, давай чем. Даже не пытайся. Поперли. Сейчас я надеру тебе задницу. Там, походу, такая их тьма. Там их просто куча. Есть. Куда побежал? Да, я иду за тобой. Да подожди, убери ты бинокль, убери, кореш, бинокль. Ну что ты на месте бежишь? Не надо бегать на месте. У нас тоже есть супер оружие. Как оно называется, правда, я не знаю. Нам ребята писали там что-то. Мы уже у их базы. Кто-то стоит красный. Вот здесь. Судя по карте. Вот он здесь, наверное. Красненький. А может он на крыше на этой стоит? Он может там... О! Вот кто стоит. Попробуй попади. Есть, убил. Почему я не иду? Какой же ты плохой. Ой, хорошо, что он меня сюда загнал. Хе. Отлично. Блин, если б не ты, чувак, я бы сюда не зашел бы. Молодец. Ты ангельский чепушок. На, в головку сразу. Молодец, пупсик. И умер. Вот наша машинка. Мир, срочно возвращайся к старой крепости. Чего? Тут становится жарко. Где? Ага. Некоторые уже подъезжают на лимузинах. Куда? Сюда? Надеюсь, сюда. Сохранение было, если что, да? Да. А то, если что... Я упаду. Подожди-ка. Некоторые уже подъезжают на лимузинах. А куда нам, сюда, что ли, ехать?
Старую крепость? А где крепость-то? Туда, что ли? Может быть. Походу, вниз нам вообще ехать. Здесь что хорошо, что мы хотя бы сами можем управлять. Можем остановиться, когда нам надо. Да. А это что такое? Ну, нам ехать, фигли, нам бежать надо, по-моему. Нам становится жарко, говоришь, но мы едем. Сейчас доедем. Неудобно этой машиной управлять вообще. Но она самая лучшая пока. Куда? Ой, выехал. Я выехал. У меня получилось. Это не упасть в пропасть. И пропасть без вести известия. Известия. Ой, чувачок. Ух ты, как хорошо позорвалось. Ну ничего, бывает. Сейчас доедем, убьем. Пройдем, может быть. Не понял. Что там? Две цели есть. Куда? Странно, как их управлять? Они начинают замечать. Я вообще ничего не понимаю. Вы видели, да, очень неудобно ей управлять. Но машинина их... А, машинина жива. Сейчас я до тебя доберусь. Пристрелю как собаку. Ну, пристрелишь, пристрелишь. Знаешь, я даже не понимаю, где они есть. Просто ой. Не понимаю. Он прям здесь где-то был, ну ничего у нас. Походу, они машину взорвали. Ребя, молодцы вы, да. Странно, я думаю, мы пройдем сейчас, что-то не проходится ничего. Блин, мы аж здесь. Очень неудобная машина, конечно. Неудобно, просто вид какой-то, но неудобный вообще. Они нас там уже ждут. Как они там вообще появились, я не понимаю. Мы же там всех очистили, убили, но они опять снова там появились. Вот здесь вот, как мне вот это все... Как мне здесь видеть дорогу? Такого уже... Это нереально так вот ехать. Жесть. Можно и так. Просто я офигеваю, да. Неудобно. Так, ну кто в жизни ездил на машине, поймет. Это неудобно, так никто не ездит. Вот здесь они где-то будут. Выкурить, выкури. Минус один. У вас уже тут. Неудобно. Этот бинокль так близко, вообще жесть. Ты? Нет, это там белая какая-то штука. Где они могут быть, не понимаю. Эй, я убью тебя! Убей, убей! Убей! Эй, ты! Шел вон вообще. Надеюсь, там не будет больше никого, никаких негодяев, которые мешают нам жить. Дайте нам просто проехать. Только куда проехать, я не знаю. Мы проезжаем все-таки куда-то. Вот и наша цель приближается. Я думаю, уже заставка сейчас какая-то чуть темнее.
Ой, ой, хорошо, камушек подтолкнул. Все никак стемнеть не может. Я думаю, что все. Мы пришли, мы здесь не сможем проехать. Непонятно, что-то и не ожидал я, что не закончится. Я думал, все закончится, все. Что здесь такое? Вот это, видимо, и есть. Отлично. Теперь двигаемся ко второй базе. Время не ждет. Мерк, прикрывай нас. Ко второй базе? Тогда мы здесь закончим. Ну, кто знал, что... Я думал, что конец уже игры. А вторая база вон там, что ли? Наверное. Так, о, точно. Даже кто-то там есть. Жесть. Так что подписка на канал, ставь по контакту, комментируй, ставь лайк. Неожиданно, да, пока. Пока.